сложно. А водительское вообще в принципе есть? У него есть, он дома забыл. Нет, он дома забыл или лишён? Он лишён. Тогда в чём проблема-то? Проблема в том, что он водительские права забыл. Так нет, если он их забыл дома, то это просто там, штраф 500 рублей. А что у вас случилось? Диман, ай, сейчас я проверю по базе. Водительский дом оставили? Так, смотрите, понятые, я сейчас данный гражданин сообщу. Анализ алкоголя сейчас произойдет. Видите, да? Что, нашли кого-то? Закрой дверь.